С 27 августа 4 знака зодиака получат 1 миллион. Приветствуем вас на нашем канале, где звезды рассказывают о возможностях и чудесах. С 27 августа 4 знака зодиака встретят свой золотой шанс, каждый из них получит 1 миллион. Хотите узнать, кто они? Подписывайтесь на наш канал и активируйте уведомления, чтобы не пропустить ни одной детали этого захватывающего события. Первый знак – Телец. Тельцы, известные своей стабильностью и практичностью, встретят этот период с открытыми объятиями. Инвестиции, которые казались дремучим лесом, вдруг расцветут, превращаясь в золотые поля. Этот внезапный приток финансов может прийти от давно забытых активов или через крупное наследство, став моментом истинного материального удовлетворения для тельцов. Второй знак – Лев. Львы, всегда жаждущие внимания и признания, обнаружат, что их творческие проекты или предприятия начнут приносить значительные доходы. Развернувшийся в их пользу медиапроект или успешный стартап откроет двери к новым финансовым возможностям. Миллион, который они заработают, будет не только подтверждением их усилий, но и шансом на дальнейшее расширение их влияния. Третий знак – Скорпион. Скорпионы, мастера стратегии и проницательности, смогут увидеть и использовать возможности, скрытые от глаз других. Это может быть связано с инвестированием в кризисный актив, который внезапно возродится, или с заключением выгодного контракта, который резко увеличит их капитал. Их способность к трансформации и возрождению окажется ключом к их финансовому успеху. И последний, четвертый знак – Водолей. Водолеи, инноваторы зодиака, найдут богатство в новаторских технологиях или радикальных научных открытиях. Возможно, они привлекут крупные инвестиции для своего нового проекта или получат гранты на исследования, которые проложат путь к значительному финансовому успеху. Их оригинальность и уникальный взгляд на мир помогут им открыть двери, которые оставались закрытыми для других.